Следственным судом установлено, что в период с 1 августа 2017 года по 1 марта 2018 года подсудимые приобрели в Московской области в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию количеством более 12 тысяч бутылок, а также немаркированные табачные изделия количеством свыше 6 тысяч пачек, после чего осуществили перевозку данной продукции в город Тверь, а затем хранили в целях сбыта данную продукцию на территории складов. Таким образом, действуя совместно и согласованно, подсудимые совершили незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной и табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, федеральными специальными марками, снабженной заведомо поддельными федеральными специальными марками и акцизными марками на общую сумму не менее 3 800 000 рублей, что признается особо крупным размером.